Привет. Давайте, может быть, совместный прямой эфир, как обычно. Лежу дома сегодня. Такой домашний день получился. Съездила, сделала пару дел и вот прилегла на пол. Решила выйти к вам. Ребят, если вы хотите поболтать, то не отклоняйте, пожалуйста, запросы. Привет. Привет. У тебя что-то со связью. Такая красивая. Ну так. Ты глючишь немножечко, да, но очень красивая. Как тебя зовут? Дома очень связь. Блин, это плохо, очень грузит. Это очень плохо. А сейчас лучше, нет? Ну, немножечко лучше. Расскажи, как тебя зовут, откуда ты, может быть, здесь какой-то вопрос. Ты волнуешься? А, я? Нет, нет, вообще не волнуюсь. Я недавно с работы приехала. Круто, молодец. У меня просто дома плохо интернет ловит. Мне 22. Блин, малыш, очень-очень все глючит. Я не знаю, либо попробую выйти, я тебя заново приглашу, либо еще как-нибудь решим этот вопрос, потому что нужно болтать, а ты очень сильно зависаешь. Да, у меня просто дома с интернетом беда. Прими запрос, пожалуйста. Погнали. Привет! Привет, ты где? Как тебя зовут? Ксюша. Сколько тебе лет? Мне 18. Круто. Ты волнуешься или нет? Нет. Вот я когда была в Москве, я хотела вас встретить с Литвином, но я не смогла вас встретить. Я уехала, и вы приехали. А ты долго была в Москве? Ну, где-то дней 5. А откуда ты? С Уфы. А зачем приезжала в Москву? Просто отдохнуть? Отдохнуть хотела, да. И вас хотела увидеть, конечно же. Ну вот, видишь, как получается. Надеюсь, в следующий раз обязательно увидимся. Может быть, у тебя есть какие-то вопросы или что-нибудь хочешь рассказать про себя? Ну, не знаю. Я, ну, занимаюсь хоккеем профессионально, занималась. Вот. Да ладно, ничего себе. Да. Потом... А почему занималась? Потому что прекратила заниматься. Ну, не мой это вид спорта. А сколько ты занималась? 4 года. Офигеть, ну это так круто, мне кажется, девочка-хоккеистка. Это прям такой топчик. Блин, я опять хочу в Москву приехать. Чтобы увидеть нас или просто отдохнуть? Да, вот просто вас хочу увидеть, и все. На один день даже могу приехать тупо. А ты узнала обо мне через Мишку? Нет, я давно за тобой смотрела. Я смотрела, как ты, ну, спортом там занимаешься, в зал ходишь. Вот. Круто, круто. Я сама хожу на растяжку, на... Вот. И...
мне как-то нравится. У меня растяжка. Я занималась раньше ММА, тэквондо, и у меня растяжка. Ничего себе. Нравилась. Ничего себе, ты такой разносторонний чельчик. Просто хоккей, тэквондо. Ну, я на спорте всегда была. И мне просто приятно как-то вообще тебя вот в эфире. Я думала, ты не примешь. До последнего не верила. Видишь, как получилось? Круто. Надеюсь, ты рада. Не знаю, может, что-нибудь хочешь спросить меня? Какой-нибудь подскажешь фитнес-центр хороший в Москве? Ну, я хожу в Black Star. В целом в... А? Это где находится Black Star там? Вот, в башне Меркурий. Он находится в Сити. Очень хороший зал. Крокус. Да, много на самом деле очень хороших фитнес-залов в Москве. Даже не в центре. Поэтому с этим проблем точно не будет. Блин, а как вас встретить там с Литвином? Слушай, ну вот я бываю в Меркурии. Может быть, как-нибудь мы можем пересечься в Сити. Блин, вообще будет классно. Поэтому приезжайте. Я, честно, ради вас только поеду в Москву вот как-нибудь. Сейчас Миша улетел, да? Да, да, он улетел. А насколько он улетел, не знаешь? Знаю. Насколько? Ненадолго. Ну, ненадолго, насколько просто, чтобы я приехала, чтобы... Вы же вместе по-любому будете. Ну да, но думаю, пару дней он будет в Москве. Блин, прекрасно. Блин, но, надеюсь. Я была рада с тобой пообщаться, если мы увидим, что будет очень круто. Мы тусим у Сити очень часто, поэтому все в твоих руках. Я была очень рада познакомиться с тобой. Я тоже с тобой, Адель, приятно познакомиться. Очень, очень красивая, очень хорошая, очень такая, видно, уже взрослая девочка. Очень спасибо. Поставленная речь у тебя. Давай, желаю тебе хорошего дня. Я тебе тоже. Давай, пока-пока. Пока-пока, Адель. Давайте еще одного чельчика какого-нибудь. И мне нужно уже опять по работе отвечать в телефоне. Так, давайте. Так, ну и где ты? Девушка решила почему-то скрыть себя. Вот если мне сейчас опять откажут, те, кто... О, привет. У тебя какое-то знакомое лицо, мне кажется. Мы с тобой не болтали никогда? Нет? Как тебя зовут? Маша. Откуда ты? Из Ялты. В Крыму живу. Круто, круто. Сколько тебе лет? 18. Ты волнуешься? Ну так. Не ожидала или ожидала? Не ожидала вообще. Да, у тебя есть какие-то вопросы, может быть, или что-нибудь о себе хочешь рассказать? Не знаю. Тебя интересно послушать. Хорошо. Ну вот ты переезжала из... Тебе трудно было переезжать из своего города в Москву? Слушай, я же переезжала, получается, 3 раза. Я переезжала... Mm-hmm. 2 раза. Я переезжала сначала из Котласа. Mm-hmm. Я же родилась в городе Котлас. Это маленький город, 60 тысяч населения. Потом переехала в Киров. Там прожила 5 лет. И переезжала в Москву. Было нелегко, именно морально больше, знаешь? Mm-hmm. Потому что я переезжала, у меня никого особо в Москве не было, я переезжала не с парнем, ну, соответственно, я была свободная. И было тяжело, мне казалось, что, блин, я такая маленькая, город такой большой, что я тут буду делать? Хотя я очень хотела. Это очень быстро прошло, там, буквально через 2 недели. Плюс у меня... появилась Дашка, подруга, на холостяке, мы с ней начали общаться, и она меня как-то поддержала в этот момент, поэтому не совсем сложно, конечно, может быть, с финансами, да, со стороны финансов были небольшие проблемы, но все потихонечку наладилось, сейчас кайфую, как видишь. Круто.
Классно. Вот. А ты что, хочешь в Москву переехать? Да, но я хочу с молодым человеком. Круто. Сколько вы вместе? 2,5 года. Ничего себе. Круто, круто. И каково это? Расскажи, 2,5 года. Ну, нормально. Ну так. И расставались, и сходились, поэтому. Ну, это нормальная история, мне кажется, в отношениях. Ссориться, ругаться, мириться. Вот, поэтому. Вот так. Не знаю, может быть, расскажи, чем ты занимаешься, или какую-нибудь свою мечту расскажи. Ну, вообще, я хочу что-нибудь свое открыть, типа салон. Наверное, это стандартно вообще, ну, как бы, для девочки. Ну, не знаю, мне очень нравится бровями заниматься там и макияжем. Я прям кайфую. Круто, ну, все в твоих руках, мне кажется, почему бы и нет. Ну, просто в нашем городе, типа, этому трудно обучиться. Я думаю, в Москве будет побольше возможностей. Давай, я тебе желаю удачи. Спасибо. Очень была рада с тобой поговорить. И я. Я уже побежала, все. Хорошо. Я поцелую тебя, целую, пока-пока. Пока-пока.